Так, доброе утро всем. Неплохо так я поспал. Выспался хорошенько, полон сил. И, скорее всего, сегодня будем отправляться в шахту на севере. Да, так. Она находится у нас... Что происходит? Что происходит? Ну, беги, Григорий, беги сюда, 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 беги быстрее. Давай, давай, залазь, залазь, залазь на дерево ко мне. Что у тебя там произошло? Да капец, откуда... Чё там вообще? Что с твоим домиком? Я ничего, я просто сплю, просыпаюсь от взрыва, мне взорвали полдома, и они меня хотели убить. Я быстро, короче, кровать забираю, к тебе побежал, спаси. Чего, блин, в смысле полдома взорвали? Ребята, ну а если вы хотите завтра получить новый iPhone, огромный дом, крутую машину, мощный игровой компьютер или же конфетки, то успейте прямо сейчас поставить лайк, написать в комментариях слово «хочу» и подписаться на канал, а также нажать на колокольчик. Ну а я начинаю отсчет. Раз, два. Ребята, успейте обязательно поставить лайк, написать слово «хочу» и подписаться на канал. Три. Кто справился с этим заданием, супер-пупер молодец. Посмотрите сейчас на экран, и последняя цифра вашего лайка, и есть приз, который вы получите. Приятного просмотра! Посмотри, посмотри, видишь, что горит. Я вижу, а чё они тебя взорвают? А кто вообще там? Я не знаю, это Фреддики, что ли? Фреддики, да-да-да. Так погоди, он же добрый. А вот эти, походу, злые. Чё-то ты им сделал, мне кажется, Нубик, слушай. Я им ничего не делал, я мирно живу, никого не трогаю. Я вообще в шоке, подожди, а как? Подожди. Я думал, он добрый, как бы вообще, по идее, ну это ж Глэмрок Фредди, он добрый. И ничего, но... он злого не должен делать такого. Походу, это не совсем тот Фредди, которого мы знаем. Хотя выглядит. Жесть, походу. Реально взорвали пол дома. Там до сих пор все горит еще. Да уж, ну слушай. Фух. Так, ну слушай, хорошо, можно... что ты хоть сюда успел добежать. Можно чё? Я у тебя тут пока что перекантуюсь, чуть-чуть посижу. Можешь вот сюда поставить кровать сюда. Офигеть, слушай, всё. Вот это да. Так надо что-то делать, получается. Да, блин, да, я да, хотел в шахту идти, походу шахту отменяется. Вот это вот начало дня такое неплохое. Ладно, слушай, а если они еще на меня нападут? А вот не знаю, они агрессивные, капец. Так, у меня-то вообще дом на дереве, тут все, по идее, может сгореть запросто, поэтому нужно как-то защититься. Сейчас, у меня здесь есть некоторые приколы для защиты. А ну, слушай, смотри, я с собой еще успел схватить вот такие штуки, на. Держи вот этот прикол и вот этот прикол. А что ты у себя не поставил-то? Поставил бы у себя шипы, и все нормально было. А я откуда знал, что на меня захотят Фреддики нападать-то, а? Так, бери ты, ставь шипы и капканы тогда. Вокруг вот, дома? А я буду ставить, нет, короче, эти. Они на меня не заарятся? Давай, так, аккуратно. Нет, ты вот здесь спускаемся, давай, аккуратненько спускаемся, вот. Я думаю, где-нибудь здесь поставим, вот так вот, чтобы оно было не сильно далеко. Так, подожди, стоп, вот так, я на одной уровне вот этой поставлю лазерку еще сюда, оп. Чтобы здесь вообще было все бомбезно. Так, сюда, смотри, ставлю и активирую лазер, видал? Во, все. Спереди можешь там шипы ставить, давай сейчас тоже, оп, пропрыгну сюда, вот так вот. Будем сейчас ставить здесь все вот так подряд, да просто хаотично вот так ставь, дофигища. Ага, да. Так, вот так вот сюда дофигища паутины поставили. Опа. Офигеть! Я даже не знаю, блин, если они реально придут ко мне и будут пытаться мой домик тоже подорвать или сжечь, то это будет не очень круто. Нам придется как-то отбиваться, скорее всего. Ты готов отбиваться, если что, Нубик? Да, конечно, с тобой будет не так страшно, потому что они вообще, видишь, какие огромные, страшные. Вот сюда пролазим. Так, шипы, давай тыкай, вот тут еще с этой стороны шипы. Я кушать хочу, у тебя нет еды? На, есть еда у меня. Иду. Конечно, это вообще полнейшая дичь. Я думал, что Глэмрок Фредди вообще добрый, а он, оказывается, вон что может. Так ты точно ему ничего не делал, а? Нет, я ничего ему не делал. Ой, блин, как его сломать? Так, сейчас сломаю. Спасибо. Блин, мне кажется, все-таки, что что-то ты ему досделал. Ну, не мог же он так просто нападать-то. Ну, вот видишь, как видишь, мог. Ладно, если бы это был злой аниматроник какой-то, ну а это ж, блин, как бы добрый вроде. Понимаешь, сплю, лежу, никого не трогаю, отдыхаю, и тут бабах, и они на меня начинают нападать. Да я вижу, что там бабах был. Короче, смотри, есть одна и такая у меня идея. В общем, я думаю, что они могут... Они видели, что ты сюда побежал, правильно? Угу, видели. Да. Вот. Я думаю, что они попытаются подорвать и мой профессиональный дом на дереве, вот. Если все-таки такое действительно произойдет, то мы дадим им бой, знаешь как? Как, у меня, ну, короче, давай. Здесь неподалеку есть один тайник замечательный. Опа. Он, короче, старый. Я уже забыл, когда я его делал. Вот. И, ну, я надеюсь, по крайней мере, не разграбили. Но это прям суперский тайник. Сложно будет найти. Так тут живешь только ты и я, кто его мог разграбить. Да мало ли кто здесь лазит. Вдруг какой-нибудь другой игрок проходил и нашел мой тайник случайно. Или шахту копал, короче, и нашел его. А, ну, в принципе, вот. Да, может быть.
Ну что, погнали искать? Он под землей, короче? Да, погнали, погнали, погнали. Я сейчас покажу тебе, что искать-то. Я знаю, где он находится. Он находится вот здесь. Видишь, 4 куста роз. Вот, да. Все ничего, да, заходим сюда, эта тема падает, и вот такой тайник. Ух ты, ёлы-палы, смотри, здесь все заросло как. А ё-моё. Сундуки можно как бы открыть, посмотреть, что ну, там? Конечно, конечно, это же тайник, и... О, да, все осталось, фу. Все, это забирать как бы, да? Вот такой вот, у меня был заброшенный тайник, друзья, да, это можешь забирать. Так, бери, давай, твой правый, мой левый будет. Одеваемся и будем, если что, напоготове, чтобы сразу навалять этим добрым... В кавычках, не добрым, совсем добрым, да. Фреддиком. Да, сейчас давай одеваемся, короче, и погнали будем вылазить. Ну что, ребят, мы уже немножко приоделись. Да, да, да. И мы готовы. Можем пойти как бы бить этих Фреддиков. Сейчас пойдем отжимать твой дом. Их там вроде было штук 20 всего. Я думаю, мы с ними быстро расправимся и... Нифига, нифига, смотри, о, Нубик, смотри, сколько их там. Так, быстрее, на дом. Это мы хорошо сделали, что пошли за оружием. Видишь, их больше стало, они привели... Залазь сюда. Офигеть! Они привели своих друзей, видишь, они хотели на самом деле твой тоже дом сжечь. Ничего видишь? Себе! Ребята, смотрите, сколько здесь глэмора к Фредди этих пришло! Ой-ой-ой-ой, походу им пришло большое подкрепление, чё? Там один из них горит, короче. Где? А, ну это естественный отбор, нормально. Слушай, нифига себе, вот это, конечно, вот это вот прям пипец. Вот как в воду глядели, сделали защиту спереди, и она пригодилась. Ну чё, давай попытаемся вниз спуститься, заманить. Давай отсюда вас со снайпера немножко, да, пара стреляй. Давай, сейчас я снайперку тоже достану, вот здесь она у меня находится. Так, давай, поехали. Давай, стреляй. На тебе, Фредди, вот так вот, получайте. Нифига. Там их приличное количество, но я думаю, мы с ними разберемся. Слушай, у меня есть одна идея. Я сейчас попытаюсь. Снайперка вообще дамажит. Да нормально дамажит. Сейчас я попытаюсь толпу заманить, короче. Я толпу заманю поближе. Готов? Готов? Сейчас я заманю толпу. Так, готовься. Не стреляй с этой штуки, не стреляй, по мне попадаешь. Толкает меня в сторону. Так. Я заманил толпу. Заманил. Нет, все, я в паутине. Идите отсюда. На, топориком. Топориком. Бью. Ой, у меня проблемы. Помощь. Помогай, Нубик, помогай! Меня зажали здесь. Ничего себе, так, идите отсюда. На тебе, получай. Пулемет со всего буду стрелять сейчас. Смотри, я их мочу. О, все, я вышел. Убегай на дерево, быстрее, лезь на дерево. Так, ух ты, ё-моё, нифига себе, сколько их там. Так. Все, я живой. Нифига, я их Теслы дамажу. На, вот так вот получайте. Слушай, вот это вот жесть, конечно. Так, на тебе, еще получай. Ну, беги! Я живой. Так, сейчас я тебе помогу, как могу. Ну-ка, стреляй вдогонку. Убегаю. На тебе, получай. Тихо, нет, в самый низ упал, меня столкнули. Ё, да отстаньте вы, отстань от меня, говорю. Так, тихо. Закончились. Нубик, ты где-то? Я их разношу. Хорошо. На, получай, все. Быстрей. Фух, есть, залез обратно на дом. Вот это замес. Так. Ну-ка. Умирай. Ты куда полетишь отсюда? Он залез на дерево мне почти, блин. Нифига себе. Смотри, огнемет, он эффективный. Ты где? На, я помогаю. Так, вот этих... Мелких нужно вынести. Тут, конечно, пипец просто происходит какой-то. Так, на тебе, еще получай. Получай. Так, он живой еще, да? На, отлетел. Всех завалили здесь, да? Вот это да, слушай, нифига себе. Это прям было жестко. Ну, слушай, мы справились с первой волной, можно так сказать, да? Да какой первой волной? Там их еще дофигища. Нам нужно, наверное, пошли в этот сторону, будем по флангу обходить, короче. Смотри, что я спустил. Чё, ты там эти блоки ломаешь. Смотри, сейчас дом себе взорвёшь. Я дом сейчас взорву, да. Так, блоки там не ломай особо. Так, ну-ка, на, получай. Я в сторону отошел. Так, мелкий ко мне идет. Ну давай, иди сюда, сейчас ты получишь люлей топориком. Так, есть, завалили. Давай, два пулемета уничтожаем их. Пошел. Еще одного, на тебе. Завалил. Следующий. Подходим медленно к твоему домику. Давай, мы будем отбивать сейчас, потому что они вообще офигели. Так, на тебе, есть, завалил. Держись. Так, ну-ка, Пытаюсь, все. Фух, есть контакт, есть. Так, яблоко сейчас скушаем и продвигаемся дальше. Слушай, нифига их там. Давай в две электропушки постреляем теперь. Сейчас я её найду. Неплохо. Главное, близко не подходи особо. Ух ты, блин, коцает неплохо. Давай. Еще сюда идет. Мало хп. Убегай. Нет! Ты куда испепелился? Давай, возвращайся сюда быстрее. Так, тихо. Яблоко ешь. Яблоки постоянно кушай, чтобы не было таких проблем. Они просто слишком быстро пропадают.
Да нормально, следи, там полминуты целых можно. Ой, смотри, смотри, под яблоком смотри, находиться. Чем, нифига чем, так, чем, давай, я сейчас залетаю сюда. Стой, 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 стой. Ну-ка, топором. Топором, топором, топором. Слушай, на тебе, на тебе. На тебе, получай. Огнемет как-то поэффективнее, Тесла. На, вот так вот. Топор вообще бомбезная тема. Он прям уносит просто с двух тычек здоровых этих. Так, поехали дальше, 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 дальше. Идем, идем, идем. Ну-ка, давай тоже с огнемета погасим чуть-чуть. Идите сюда, иди, давай. Ух ты, елупал, смотри, какая толпа за мной бежит. Я сейчас выжигаю всех огнеметом. Ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 отходим, отходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тебе, на тебе, на тебе. Реально живучие, очень сильно. Так, яблоко, яблоко, яблоко. Фух, я сел. Ты где? Убегай, убегай, убегай. Сейчас помогу чем-нибудь, так? Я успел яблоко съесть, все хорошо, все хорошо. На, вот туда, получай еще. И еще вот так. Не попади, не попади по мне. Да я с базуки стреляю там рядом где-то. Оп, 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 оп. Давай, 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 еще туда умирай, летят, летят, умирай, летят снаряды. Умирай. Че ну-ка. Они такие все живучие? Я вроде попадаю, а вроде и не попадаю, короче, не совсем понятно. Так, ловите еще парочку снарядиков. Ловите еще. Блин, твой дом вообще разбомбили тотально. Так, опа, ну-ка, опа. Опа, хорошо, хорошо. Давай, давай, иди сюда. На, нравится, на, нравится, вот так а? Вот. Мелкий блин, гад. Разнес, вот разнес. Так вот еще получайте. Блин, за мной огромный увязался. Ну давай, 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 сразимся на топорах. Давай, на тебе, на, вот так вот все, зарубил его. Вот это вот жесть, заруба у нас. Ты где там, ты живой еще? Большой, большой, да ко мне большой начал нападать. Давай, давай, гаси его, гаси, гаси этого большого. Так, сейчас вот этого выжгу еще. Ну-ка, на тебе, есть, есть контакт. Нифига себе здесь что взорвалось. Ребят, смотрите, какая здесь образовалась впадина. Так, неплохо, получай, неплохо. Получай, получай. Ого, получай, тут получай, что, можно еще куда-то пойти? И ничего себе, хорош. Здесь прям какие-то подземные пещеры. Нубик, ты где там вообще? Иду, иду, так? Иду, иду, да я их рядом с твоим домом разносил. Я почти к твоему домику пробился. Здесь, блин, толпа на меня начала нападать. Ой, нет, 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 на-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 на, получай. Блин, меня скинули, зажали в какой-то ловушке. Так, тихо, 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 тихо. На тебе, на тебе. Давайте, фух, умирайте, есть. Умирайте, умирайте, зарубил, умирайте, зарубил, ребята, всех топориком. Погибайте. Вылазим, вылазим. Ты, так, где так, ты, так, где так. Ты, где? Сейчас я помогу тебе. Сейчас, так, сейчас, сейчас, держись. Хорошо, хорошо. Не, держись, не, держись, не, держись, не, на тебе, топором. Вот так вот. Все, 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 все. Так, давай вперед, вперед, вперед. Продвигаем сейчас несколько деревьев здесь срублю. Опа, я заорил. Идут еще. Так, мы почти возле твоего дома. Ты помнишь, что там у тебя внутри было? Может, тебя украли что-нибудь? Так. Я не знаю, у меня там вообще почти ничего не было. Погнали, подходи, подходи сюда, подходи сюда. Блин, нифига, за мной толпа увязалась. Так, ну давайте, давайте. Сможете справиться с моей базукой? Вот не топориком не точно не справитесь. Так, на-на-на-на-на-на-на-на. Вот так вот, защищаемся, защищаемся. Слушай, а топор, на тебе. Хорошо, хорошо топор я работает. Я же тебе говорю, топор просто уничтожает очень жестко. Так, давай, поехали, поехали, поехали. Подходим сюда. Подходим, ну-ка, давай, иди сюда. Ух, здоровый, здоровый. На-на-на-на-на. На тебе. На, так, на, убегай, на, если что, убегай, если что. Да не-не-не, справляюсь, справляюсь, все хорошо. Я залез в твой дом, я залез в дом, я залез в дом. Блин, у тебя тут вообще ничего нету. Слушай, тебя, походу, все украли. Так, ну-ка, на тебе. На тебе, мелкий гад. У тебя земляной сундук остался один. Так, оп. Слушай, самое главное, там нету моего памятника земли, а? Кого? Какого памятника? Памятник земли, ну такой в рамочке земляной блок, а? Не, нету, нету. Ах ты, ё-моё! У меня памятник земли стырили. Слушай, нифига, нифига, так это оказывается еще вор Глэмрок Фредди. Так, тихо, 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 тихо. Погибайте, погибайте. На тебе, на хорошо, тебе. Хорошо. И еще получай, иду, и еще. Иду, иду, так. Иду, иду. На. Фух, все, расправился. Их дальше, мы уже наполовину отбили твой домик. Давай, нубик, продвигаемся дальше. Сейчас пушку перезаряжу. Здесь никого. Да, здесь никого. О, давайте, прямо через огонь, прямо туда. Так, ну-ка, да елки-палки, отстань, 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 отстань. На-на-на-на-на. И ты тоже получай. И ты получай. Все получай. Так, здесь здоровый, короче, пытается залезть. Ну-ка, на тебе по шапке, вот так вот настучал ему. Нужно как-то самому теперь вылезти отсюда. Капец, мелких с огнемета, прям самое то разносить. Нубик, у тебя тут вообще все просто. Ай, в огне, блин, меня скинули в огонь мне, тоже. Мне ё-моё, так, где? Сейчас, где, сейчас, где, сейчас, где? На тебе. Есть, этого завалил, все, я вылез сюда. Умирай. Ты умираешь там? Что такое? Что такое? Держись, наоборот, держись, я держись. Наоборот, я наоборот им говорю, умираю. Ай-яй-яй-яй, блин, за мной тоже уцепились. Так, сейчас я мелкого, мелкого попытаюсь выжить вот этого побольше. Так, 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 отходим, 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 отходим. Здесь еще. Здесь еще. Сейчас бегу тоже помогать тебе сзади зажимать их буду. Да, отстань. Это на тебе есть завалил. Хорош, хорош, хорош. Так, погнали дальше. Вон еще там стоит толпа. Да. Ух ты, сзади, 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 осторожно, осторожно. Фух, вылез, вылез, вылез. Так, на тебе, на тебе. Еще, еще сзади, еще сзади. Все, тоже запинали его. Давай просто врываемся, разносим их до конца и все. Чуть-чуть, чуть-чуть уже их осталось. Так, ну иди ты отсюда, а. Стоишь тут, блин. Так, 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 так. Берем пулемет и гасим вот этого здорового. Ну-ка, ну, ух ты, блин, сколько у тебя жизни-то, а? Половину снял уже, половину. Так, давай, 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 давай. И чуть-чуть мелкий еще остался. Все.
Фух, так, ты где? Я больше никого не вижу. Нубик, ты где? Так, ты живой? Ты живой. Да. Ай-яй-яй-яй, нифига. Ну и что это такое? И что такое? У тебя реально все украли. Один сундук капец, остался, как капец. Я сказал. Да нет, да, так, давай тушить огонь. Самое печальное, что у меня мою статую земли украли. Статую земли украли? Ну я думаю, ты сможешь новый слепить из грязи, короче. Да, понимаешь, так. Это была первая земля, которую я сломал, понимаешь? Самая первая нубская земля? Да, да. Ай-яй-яй, нифига, у нас тут реально поле битвы, ты посмотри, ничего себе. Надо будет когда-нибудь пойти и отжать у них обратно этот памятник. Да, это хорошая идея, можно отжать еще памятник Глэмрок Фредди. Слушай, смотри, там курица стоит наверху, она как памятник. Вон, видишь? Вот тут, ой, что я делал? Никто ничего не видел, это был памятник всем курицам в Майнкрафте. Вот, в общем... Слушай, что, ну ты где-то не расстраивайся особо, я тебе помогу чуть дом построить новый. Хорошо? Окей, я тогда пока у тебя поживу, ты не против? Да пожалуйста, Нубик, я тебе помогу, короче, дом построить, ресурсов что-нибудь, каких-нибудь дам, еды там, вот, инструменты, если надо, все, проси, обращайся, я тебе поделюсь всем, что есть. Конечно, да. И мы сделаем тебе, знаешь что, мы сделаем тебе крутую защиту, чтобы такого больше не повторялось, хорошо? Отлично, да, я буду тебе очень благодарен. Я думаю, если будет у тебя защита нормальная, то вряд ли кто-то осмелится к тебе еще нападать, блин. Да, заново строить. А если осмелятся, то я им наваляю. Давай, тебе помогу. Прости. Вот здесь немножечко еще заставим. В общем, друзья, будем серию на этом заканчивать. Мы отбили домик Нубика. Конечно, осталось от него мало чего. Вот, тут еще стены надо восстанавливать заново полностью. Короче, строить дом. Вот, ресурсы ему приносить в шахту. Пойдем копаться, в общем, за железом, алмазами, золотом и всем прочим. Ну, а на этом уже все. Это будет за кадром. Ребята, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте про колокольчик. С вами, как всегда, был профессионал енот и мой друг Нубик Григорий. До скорой встречи, друзья. И пока. Всем пока.